Здравствуйте, уважаемые рыболовы, меня зовут Бербенец Антон. Сегодня я расскажу вам о вертушке Акара Spin B. Данная вертушка выпускается в двух размерах, 3,5 и 5,5 грамм. Тело вертушки выполнено в виде пчелы, соответственно, и название такое, Spin B. Основной особенностью данной вертушки является то, что она имеет оснащение одинарным крючком на съемном заводном кольце и может быть использована как для ловли на среднем, быстром течении, так и по стоячей воде. Материал, из которого выполнен сердечник и лепесток, латунь, все остальные материалы — нержавеющая сталь. Приманка оснащена японским крючком Куджира, выполненным из высокоуглеродистой стали, крючок с бородкой. Можно дополнительно оснастить крючок твистером для того, чтобы привлечь малоактивную и осторожную рыбу, либо заменить его на тройник, либо тройник с мухой. Сейчас мы посмотрим на работу данной вертушки. Благодаря стабильной игре, углу вращения лепестка 40 градусов, слегка продолговатой форме лепестка округлой, вертушка может быть использована при ловле как на быстром, так и на среднем течении и по стоячей воде. Достаточно большой вариативный ряд проводок можно использовать и при ловле на снос, и чирканием лепестком по дну. Широкая цветовая гамма состоит из более чем 20 расцветок. Есть и пищевые цвета, и раздражающие. Раздражающие есть с флуоресцентными красками. Флуоресцентные краски позволяют использовать вертушку в условиях плохой освещенности, замутненности воды. Так как размер вертушки относительно небольшой, то в принципе ловится большая видовая линейка из рыб, хищников, так и белой рыбы. На размер 5,5 грамм ловится практически любая рыба. То есть, если мы оснащаем тройником, как правило, это щука, ленок, если одинарный крючок, то и кумжа форель, хариус, окунь, голава, льясь, ну практически все рыбы. 3,5 грамма, частые поимки белой рыбы, и подлещик, и красноперка. Меня часто выручала эта вертушка на рыбалке, то есть и приносила и хорошие результаты, и трофейные рыбы ловились. Используйте вертушку на рыбалке, подбирайте по размеру, по цвету, получайте от рыбалки удовольствие, по возможности рыбу отпускайте. Не хвастайте чешуи. До свидания.